Ребята, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. С вами Яна, и сегодня мы будем рисовать те самые рисунки, которые вы просили меня в комментариях. Но в это видео вошли не все картинки, потому это всего лишь часть. Следующая часть будет в ближайшем времени. Вы пишите мне свои пожелания, я все буду записывать и, конечно же, буду рисовать. Ну и так мне проще придумать что-нибудь для вас, потому что я понимаю, чего вы хотите, что вы хотите увидеть, что вы хотите порисовать. Так что обязательно пишите. Будем рисовать сегодня в большом скетчбуке. Вы можете брать обычные альбомные листы А4 или брать тетрадку. Первым пожеланием от вас было это нарисовать крысу. И я думала очень долго, что же такое для вас придумать. И вспомнила мультик «Рататуй», там, где крысенок кушал клубнику и сразу же одновременно сыр. И я подумала, хочу нарисовать крысенка, который кушает клубнику, и также у нее там будет находиться сыр. Я очень долго думала над идеей, и вот такой вот результат получился. Давайте с вами вместе нарисуем это. Thank you.
Следующий рисунок будет по вашим пожеланиям. Вы хотели что-то абстрактное, что-то непонятное. И также у меня просили что-то нарисовать по теме растений. И я решила это все объединить, скомпоновать и сделать такой вот единичный рисунок, где у нас есть непонятные различные абстрактные элементы и также немного растения. Это очень легкий вариант рисовки, нам пригодится всего лишь два оттенка. Вы можете выбирать любые, там голубой, розовый, желтый, синий. Главное, чтобы они очень хорошо между собой компоновались. И также нам пригодится черный линер. Так что здесь и не нужно иметь много различных оттенков. Это рисуется очень легко, выглядит необычно. И мне кажется, такой рисунок будет хорошо смотреться не только в скетчбуке, но и на страничках ежедневника, если вы оформляете планер. И такой вот иллюстрацией можно оформить свой ежедневник, дневник или какой-нибудь планер. Следующее пожелание было это нарисовать лошадку. Я решила, что нарисую для вас более мультяшную. Я, в принципе, люблю что-то мультяшное рисовать, потому я не стала рисовать настоящую лошадь, как она там выглядит в жизни, мышцы, пропорции, как все это правильно выглядит. Я сделала упрощенный вариант, и я думаю, что вам он понравится, потому что он в то же время и немного сложный, и легкий. Так что справится каждый из вас. Thank you.
Следующее пожелание было нарисовать что-нибудь на тему космоса и типчика в скафандре. Потому я решила, почему бы не нарисовать. Я решила сделать немного по-другому. Использовала самого космонавта и... также решил нарисовать пончик с начинкой в виде космоса. Мне очень захотелось что-то необычное для вас придумать, потому вот сегодня необычная идея. Надеюсь, она вам очень-очень понравится, и вы все попробуйте нарисовать эту картинку. Сегодня были вот такие замечательные, потрясающие рисунки. Надеюсь, они вам очень понравились. Не забывайте еще предлагать в комментариях писать, что вы хотите еще увидеть на моем канале. А я вам желаю хорошего настроения и скоро увидимся в новых видосиках. Пока!